чё они тут за деревьями делали-то? Каждый за отдельным еще. Фу. Я не наступил никуда. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби, и у нас прохождение Far Cry Primal. И цель у нас сегодня большой охоты находится поблизости. Так, посмотрим. Какой-то мамонт, его нужно завалить. Плохой большой мамонт. Засранец. Так, ну, я тут был сначала в деревне, немного прошел, чтобы зря не бегать и время не тратить. Так, что тут еще есть поблизости? Тут только одно кострище и все, больше ничего такого нету. Ну, если только звери вот эти. Ну, они есть и там. О, кстати, барсук. Барсук мне нужен. Барсук, падла. Ничего, мы его достанем. А пока у нас цель мамонт. Большой-большой мамонт. О, это он орёт, что ли? Так, костер. О. А, это наш. А, это к нему нужно подойти. Нет, 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 нет. О, хорошо, что отмена есть. Так, разжечь костер. Когда есть костер, это хорошо. Уже становится уютнее. Так. А, тут ничего. Так, подойдем к этому абрикосу и посмотрим, что он нам предложит. Говорить. Ого. Вот и мама. Всех мочит, никого не жалеет. Так, это мои. Все мои, надо их защитить. Мама в Сянчи. Уруси, псишаю, насадахам. Охота на кровавого бивня. Так. Как бы мне здесь спуститься? Наверное, только так. А где он вообще? Идите по следам кровавого бивня. Так, здесь явно его следов нету. Так, не вниз, на... да. Так. Ну давай. Прыгаем, прыгаем. Чё, всё, верёвка закончилась? О, это мои. Мои? Точно мои. Так. А, он ещё и он тут где-то ходит. Я думал, задание начнётся только тогда, когда я дойду до него. Так. О, это не мой. Так, блин, ты мне мешаешься. Ой. Прости, дружище. Так, готов. О, тут еще кто-то есть. Блин. Так. Следуйте область. Ого. Вот это следы. Да, совсем не помню. Это... О, барсук! Ты-то мне нужен. Так. Не понял. Так. Следы ведут обратно. А ну-ка посмотрим. Так, чё-то я не понял. Я же оттуда пришел. Ну ничего, проверим. Посмотрим, что-то как. Так. Чё здесь? Так. Куча мяса и костей.
И кости, и мясо мне понадобится. Хотя, ну... О, блин, птичка. Я ж тебе, блин, под... О. Сквозь скалы умеешь летать? Шкура такая. Так, где наш слоник? Так, здесь его явно нету. Ну, мы тогда спустимся. Посмотрим, поищем падлу. Да спускайся давай. О. Так. Так, залезь-ка на скалу. На скалу. А, вон, вижу. Так, все, зацепился. Я не вижу ни следов, ни мамонта. Где это падла? О, вот след. Какой куда? А, вот ловушка. Так, понятно, значит он... Вот он там. Ловушка изготовлена. Так, одна готова. Воу-воу-воу, ничего себе, мамонт. Нормальный такой. Сюда иди. Так, бежим. Быстро. Держи, падла. Куда пошел? Я тебя не отпускал. Блин, надо бы таблеточку. Быстрее. Так, надеюсь, он не ушел. Он пока бежит. На всякий случай поставлю эти ловушки вдруг. А, все понятно. Он, значит, в свою нору залезет. Ой. Не до вас сейчас, ребята. Я тут за мамонтом охочусь. Ну, не такой уж и... Это, как сказать-то... Сильный, что ли? Здоровья у него маловато. Что здесь встал? Вот. Держи. Ой, блин, это у меня длинный лук. Я думаю, что так долго-то? Держи, падла. Так, уходит. Вставай, давай быстро. Его догнать. Орёт, блин, как резанный. Как будто я в него стрелял. Для него, по идее, эти стрелы должны быть как, не знаю, зубочистки маленькие. Что за земли такие странные? Так, таблетка моя закончилась. Так, я вижу. Догоняй давай его. Быстрее, дружище. Кладбище мамофов. Че ты бежишь-то от меня? Так, у меня есть копия. А, все. Слабак. Что сказал? Держи. И че, это все, что ты можешь? Так, ладно. Еще тут где-то. Вот он. Все. Так, что с тобой делать-то?
убить. Жалко, было бы круто приручить такого. Ну давай уже. И чё? Это он тебя так убил? Нормально. Охота на кровавого бивня завершена. Вот и готово наше задание. Сейчас соберем тут стрелу, которую я потратил. О, волк. Ебать. Все, наступило утро, можете валить. Или нет еще? А, нет, луна. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут по заданиям. Так, у меня ресурсов нету. Но я могу улучшить что-то в деревне. Так, это пещеру... Хижину, да, можно улучшить. У меня появились какие-то навыки. Так, так, так. Серия убийств. Вот это мне нравится. Убей и обшарь. Оживление. Так, оживление. Так, это не очень. Двойная дубина. При изготовлении... Вот. Вот это мне тоже нравится. Вот и отлично. Теперь посмотрим, что там в заданиях. А, нет. Сначала нужно вот это место открыть. Воу, еще туда продолжается. Ничего себе. Но тем не менее нужно этот костерчик нам освободить. Можно так сказать. Это будет легче, чтобы потом не бегать. У меня последний чекпоинт очень далеко. Поднимайся, давай. Так, тут кто-то есть. Так, следы мамонта. Ну, это, видимо, того же. Так что все нормально. Опа. Чё? Ходите тут, блин, с факелом, думаете, вас никто не заметит, идиоты. Показалось. Так. Вроде идти недалеко. А вроде как бы далеко. А, вот ты где. Ну и флаг тебе в руки. Так, как... А, вот, вижу, место забраться можно. Гнездо, но пустое. Ау, чуть-чуть не долетел. Забирайся, дружище. Так. Нет, не сюда. Сюда пойдем. Где бы забраться? Понатыкали бы, что ли, мест побольше. Крюков. Угол какой-то. Некрасивое. Что за архитекторы вообще? Всё. Так, отлично. Я и добрался до костра. О. Спи, дружок. Так, тут их, по-моему, немного. Где-то еще один должен быть. Вот он. А, нет, не он. Вот он. Отлично. Открыли, прошли, все сделали. Это что? Что за след? Мясо, мясо, мясо. Так, а мне бы стрела не нужна. Шкура козла. Так, теперь их придется немножко опускать, потому что у меня очень мало ресурсов.
Так, да блин. Кто строил эти пещеры? Ну, вроде все. Так. Ну, та ерунда мне тоже не нравится. Не очень она смотрится, не вписывается во все это. Так. Ну вот. Наш костер готов. Так. Плюс 3 жителя. Нормально. Еще есть навыки. Это что? Улучшенные ловушки. Ловушки будут наносить больше урон зверям и вашим врагам. Хорошо. Так, карта, посмотрим, какое задание у нас тут открылось. Есть вот этот. Родина Удам. И вот это я еще хотел в прошлый раз его пройти. Как думаете, или это, или то? Так. Форт Огненного Крика. Там холодно, тут тепло. Давайте-ка сюда пройдемся, посмотрим. Или нет. Я даже не знаю. Ну ладно, это я в следующий раз, может. Сейчас давайте вот это. Посмотрим, что да как. Поговорите с Мануи. Так, вот мы и добрались. А, блин, все время путаю кнопки. Так, нам тут нужно пройти в ущелье, в пещеру и к этому придурку. Ну давайте посмотрим, что у нас с этого выйдет. Вау! Вот так. Круто. Так. Нет, вниз там. Вниз нужно или нет? О. Так, что я тут могу собрать? Следы вон какие-то. Так, мне, по-моему, еще леопард нужен был. Так, что за следы? А, это волки, ясно. Волки мне не нужны. Все. Так. А, здесь я не пройду. Изготовьте противоядие от неистого яда. А как мне его изготовить? Так. Так. Для быстрого исцеления. Противоядие, вот. Все, побежали. Родина Удам. Фу, какие места. Это они вот такими статуями решили испугать здесь народ. Вот это мне больше. Фу, тут еще и человек висит. И голова. Некрасиво как. Так, все. Посмотрим по дороге, что я еще могу собрать здесь. О, это человек был. Так. Везде, короче, я не смогу все разрушить. О, тут хоть. Мне нужен длинный лук. С Новым годом! Так. Да блин, подвинься ты. Урод плюшевый. Так. Чё так мало людей-то здесь? Так, чего мне не хватает? Звериной шкуры мне не хватает. Реально чё-то маловато. А, вон. Да, вот они. Раз, один. Только один. Нет, не ходи туда, иди отсюда. Я все сделаю скрытно. Как крыса. Так. Так, их тут. Надо поближе посмотреть.
Один? Серьезно, один только? А, нет, вот еще. Все, готов. Козленка решил оприходовать. Фу, таким быть. Так. Все, еще нету ничего. Так, ну погнали. Пересеките каньон. У, там. Воу-воу-воу, тише, тише, тише. А, вот он где. Понял, я тебя вижу. И вон там еще второй. Так. Мой лук достанет? Не достает. Вот и все. О, еще. Так, ты с ним разберись. Не вижу. А, вот ты где. Падла такая, засел там. Все. Пересечка. О. Блин, слишком долго заряжается мой лук. А вот этот обычный побыстрее будет. Так. А ничего, у них, блин, рация что ли какая-то, чё не так? Так. Где ты, падла? Вот, вижу одного, но он слишком далеко. А, вот еще. А, это вот он. Ну ты засранчик. Хватит орать во все горло, людей разбудишь. Ой, что-то помахал. Так, иди разберись с ними. Вообще зачем? Так, сзади никого. Все, молодец. Просто снайпер. Вы когда-нибудь видели снайпера в игре про древний мир? Тем как в CSGO. Ты как туда забрался вообще? Ой, все. А с тобой что? Тебя же никто не трогал. Слабак. Так, на всякий случай подлечим его еще. Два мяса подавай, блин. Акробат хренов. Так. Почти добрался до конца. А, мне не хватает прочной древесины. Все, понял. Блин, как долго еще идти-то? Ничего себе. Если бы я знал, что будет так долго, я вообще не шел бы сюда. Пошел бы на то задание. А, вот. Лагерь налетчиков Удам. Уже близко. Опять говорит, пересеките каньон. Как-то тихо. Ага, вот вижу. Что? Что за крики? Кто-то рядом, что ли? Подвисли за этим. Ага, вот вижу. Так, он слишком далеко, не достанет. Так,
меня сквозь скалы видит, что ли, я не понял. Блин. Так, вот так. Ой. Да что такое? Блин. Вот все. Отличненько. А ну-ка. Сейчас кое-что попробую. Так. О, нет, 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 нет. Блин. О, сбили что? А, нет, не сбили. Каску снял, блин. Опять забили моего мишку. Знаете, в ноги падают. Так, мишка мне пока не нужен, сейчас. Падла, держи. Воу-воу-воу, тише, вы чё? Напали на одного. Идиоты. Так, ну-ка иди сюда. Так, один готов. Чё разорался-то, идиот? Так, сейчас пускай сдохнет уже. Я заберу у него просто... Ой, блин, заберу. Воскрешу его. Так, ну, в принципе... О, чё так много трупов. Прямо снайпер. Так, ну... Теперь можно воскресить. Живай давай. Так, это у меня обычный лук. Длинный. Не особо люблю длинный лук. Слишком долго. Долина охотника. Местоположение обнаружено. Так, мамонт. Доберитесь до сигнального костра Удом и захватите его для Винджа. Вообще не проблема. Так, прочная древесина, мамонты, палки. Мне пока что нужно прямо все. Прямо дефицит у меня. Че? Я их слышал. О, тихо. Вау! Упал как-то нечетко. Так, это... А ну-ка. Мочи его. Блин. Так, как его искать-то? Так, мне нужен был леопард. Куда он делся? Он живой вообще? Еще олень тут. Ничего себе, тут у них охота дикая. Олень. Держи врага. Так, разберись, блин, черт, тебя побери. Так, это... Так. Человек. Так, куда леопард оделся? Вот он. Мне же нужен... Пада, леопард. Ты, блин, ты вообще задыхать не собираешься, да? Все, красавчик. Так, теперь я могу что-то изготовить. И где? Что-то не... А, вот. А, мешок охотника. Не готов. Леопард, мне нужен еще один. Отлично. Ну, наверное, хотя нет, подожду, лучше что-нибудь покруче. Они вообще очкуют подходить. Я вон потом освобожу себе нормального большого волка. И будет он у меня.
рвать всех подряд. Так. Одним лоси до мамонта. Лосямонты. Так. Ты... Ты хочешь, чтобы я тебя пожарил, что ли? Тут свалил отсюда, давай. Драться еще с тобой. Опа. Человечишка. Ой. На тебе, падла. Ты теперь со мной хочешь разобраться, что ли? Так-то просто будет. Так, сигнальный костер. Добрался. Опа. Все. Йоу-оу-оу, тихо-тихо. Ой, что-то у меня с целью. Опа. А, это еще не все, что ли? Так, ты где? Блин, не вижу, где он? Мамонта моего убил. А, вот, падла. Снайпер, я просто снайпер. Жри, тварь. Так, вроде все или не все? Не понял. Добрался я. Поджечь стрелу. Что-то зажег же. Че ты от меня хочешь-то еще? Че, глюк что ли какой-то? Так, все мертвые. Мишка вон глючит. Так, может я кого-то забыл, кого-то не убил. Ну, вроде больше никого нету. Или под пещер какая-то. Надо ее смотреть. Так, это что? Ну, еще не считается, что освобождена. Так, мамонт. А, вот, где-то, вот он. Ой, блин, что-то я косой такой. Только снайпером был. Все, готов. Освободили кострищу. Так. Значит, идем дальше. Прекрасно. Доберитесь куда? Не понял. А, вот. Доберитесь до пещеры Ула. Я вас видел. Так, мне же леопард нужен был. Я его где-то слышу. А вы что такие придурки, я не понял? Что, прям реально такие тупые? Так, готово. Что-то тут разлетался, блин. А вы тут что засели? Вы что тут? За деревьями. Жри, тварь. Я не это хотел сделать. А что они тут за деревьями делали-то? Каждый за отдельным еще. Фу. Я не наступил никуда. Ну да ладно. Что тут эти самодовольные такие бычары ходят. Так. Туда. Я не понял, у меня только что две цели было. Так. О.
Вон он там сидит, красавчик наш. Ой, не тот лук, вот он. А, вот он, что я опять перепутал лук. Ну ты осел. Держи. Бежит прям. Такой успешный. Так. Попался. Чё? Чё происходит? Думаешь, у меня такой нету? Да ты затрел уже. Так, лечимся. Да лечимся, дурак, не та кнопка. Чё-то вас тут много, ребята. Что? Кто меня так бьет-то? И чем? Иди, разберись с ним. Сейчас я вам устрою. А, опять длинный лук. Чё я их путаю-то? Всё. Спи. Блин, ещё и не с одной стрелы умирают. Крутой такой, что ли? А вот. Так, этим нужно по две стрелы. Еще и зажженные. Вот так будет нормально вообще. Ты тоже хочешь потанцевать, как твой напарник? Танцуй. Танцуй, сказал. Эй! Вау! Ты чё такой агрессивный? Все. Да что такое? Сколько можно? Еще кто-то. А, опять ты? А тебе? Сколько? Какой он, блин, здоровье сколько у него? На тебе. Кстати, хочу кое-что попробовать с убийством уникальным. Я пока убиваю просто так, с лука там или из-за угла, ну как-нибудь по-обычному. Хочу как-нибудь необычно убить. Так, давай-ка возьмем. Львенка. Иди за мной. А с этого шкуру снимем. Так, я тут столько народа перебил, а все равно кто-то ходит разговаривает. Так. Я тебя тоже видел. Так. Идем. Блин, везде тут можно что-нибудь-то найти. Валяется мясо, кости. Не рычи, хватит внимания привлекать. Так. Найти ула в пещере. Ула я, наверное, оставлю на завтра. Или нет? Так. Пригнись. Что такое? Ой, я знаю, что с тобой сделаю. Кого-то съел вообще. Какие-то руки. Так, а как его бросить? О, нет, не так. Не ту кнопку нажал. Лечись давай.
просил ее нажимать. Это вообще приманка. Ловушка. Знаете, вот там, гостинцы. Так. Показывает, что здесь. Или не здесь. Что? Ты куда бежишь? Так, нужно убить всех. Внутри прям голову отрезают. Вот это живодеры, вот это твари. Ой, это девчонки были, что ли? Не, случайно, барышня. Я думал, это мужчинки, хотя бы здесь все на одно лицо, можно сказать. Так. А, стрелы есть? Все есть. Я иду к тебе. Ты ждешь меня? Ой-ой-ой, костер залез. Тихо-тихо-тихо. Ой, я не в ту сторону иду. Так, теперь нормально. Чё? А, вижу. Ой. Так. Кстати, насчет уникального убийства. Я хотел срикошетить от стены. Ну, здесь вроде бы не каждая стена нормально рикошетит. Как, например, вот это. Стрелы просто падают. Так, вам гостинцы, ребята. Знаете, вторую порцию. Еще отравушку вам. Держите. Блин, ты мне пройти дашь? Молодец. Так, что? Завалил медведя моего? Дурак, что ли? Ничего себе! Знаешь, дубинка. На, тогда сдохну. Что? Ты, блин, бессмертный, что ли? Ну,
это у них походу сауна такая. Какие-то крики. Стрелы, о, много стрел. Это хорошо. Копья. Бейте ула, где он? Так, его бы подкормить нужно бы. Так, отлично. А где наш ул? Стреляйте по висящим сосулькам. Это чтобы убить их, конечно же, но я сразу вот так. Постреляю, вдруг они там внизу стоят. О, вот и ул. Ул, дружище, как ты? Ничего себе, у него здоровье, как у мамонта. Еще больше даже. Так, все, понял. Где ты, априкос? Держи дубиной. Держи. А, ничего себе. С одного удара. Ничего себе. Опасный тип. Так, попробуем еще раз. Это было слишком. Может, попробовать по-тихому как-то. Так, однозначно нужно две стрелы. Копье есть, все есть, все есть. Так. А, вот этого можно убить. Так. Так, готов. Еще есть кто-нибудь издалека? Кто мне может спалить? Так, вот они здесь стоят. Так, он прям под ней стоит. Да, хапнул. Уродец. Так. Ой, не то. Ой, блин, стрелы разлетаются. По крайней мере, его можно так отвлекать. С одного удара убил моего льва. Это вообще не круто. Еще бы не мешались бы вот эти индейцы, которые тут бегают, было бы вообще шикарно. Так, вот он идет. Так. Еще и кидается. Держи, тварь. Блин, в себя попал. Еще и сзади идут. Блин. Это будет не так уж и просто. Так. Интересно, он сдохнет вообще сегодня или нет? Держите. Так. С копья пока помочу его. Пока есть вариант. Что? Блин! Черт, 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 валим. Так. Все, готов. Готов. Блин. Я хотя бы могу его обижать. Ты что здесь забыл, блин? Так, ну давай, иди сюда.
падла. Воу-воу-воу-воу, вставай давай. Бежим. Хорошо, что хотя бы... Так. Блин, не то хотел сделать. Так, ну ничего. Сейчас призовем еще... медведя. Пускай будет медведь пока. Так. Готов. Блин, их тут реально много очень. Не попал. Не попал. И снова не попал. Так. Этот... О, снова здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, в своего медведя попал. Так. Этот скул еще за мной бегает. Поднимайся давай. Держись, идиот. Ой, слишком далеко. Да попади ты в него. Я тебя вижу. Сдохни уже. Так. Я тебя слышу, Мишка. Все, готов. Еще травами своими кидается в меня. Так, стрела одна. 9 стрел, вообще шикарно. Ну хотя они тут валяются. Ну-ка иди-ка сюда. Иди сюда. Иди давай. Блин, как их много здесь. Поднимайся давай. Блин. Так, кул идет. Надо набрать стрел здесь по-быстрому. Блин. Неплохой такой главарь. Но я снайпер. Ой. Тупик. Тупик мне не нужен. Где ты? О-о-о. Давай, иди сюда. Урод. Так, тут же много стрел было, куда они делись все? Копья, копья, копья. Ладно, буду мочить копья. Он сегодня вообще не собирается сдыхать. Так. Блин. Он еще и шустрый. Так, Мишка, иди-ка сюда. С одного удара убил. Ну давай, где ты? А, вот ты где, падла. Сам в себя. Идиот. На тебе. Так, стрелы, стрелы. Пока соберем тут все, что есть. Блин, в тупик, если я попаду, и он добежит до меня, это будет... Это будет конец. Так. Так, давай-ка иди-ка сюда. Иди давай, поэтарать.
А, блин! Слишком поздно. Хе-хе-хе, попался. Говнюк. Со страшной рожей. Поднимайся! Так, что тут у меня было? Опоздал. А, у него иммунитет на эту ерунду. Так, сажу-ка я тебе копье. Ему вообще на все плевать. Вы вообще слышите его силу удара? Аж грохот, блин. Я здесь. Так. Это его не радует. Ему не нравится то, что я его с копьев мочу. Да Винджа, Винджа, достал ты уже. Он вообще не собирается сдыхать. Быстренько, быстренько. Совсем чуть-чуть осталось, как его убить? Все. Прям улетел, падла. Вот и все, конец. Это его ребенок? Дурак, что ли? А вот его любимая. Он заберет эту девчонку и с ребенком к себе в свое село. Или нет? То ли она жена его, то ли дочь, непонятно вообще. Слишком какая-то маленькая она. Смерть Ула, победа. Вот и завершилось наше задание. И мы посмотрим, что дальше будет. Гуама! Гуарбати, Гуама! Айути настас! Тушварха! Ул, Марва, Хаса! Хаса! Кур! Ниги сейчас Барт. Вот и только до ушей делает. Нашла Барт. Шаусманон. Слишком маленький уж. Ха-ха-ха!
Balsayu! Wenjai, palhuman si daftataka. Nu udam winja duaya. Шлауата? Танхи тушиш? Ай куспа маруа винджа. Сасаш. Вот и все, друзья. Наше задание завершено. Прибежище Удам. На сегодня, я думаю, хватит. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.